Здравствуйте, уважаемые подписчики компании Ideal Plast. Сегодня мы хотим рассказать о нашей проделанной работе в мечети, расположенной по улице Осман-Кула, рядом с пожарной станцией. В конструкции были использованы алюминий 72 серии, витражное стекло 8 мм с толщиной стеклопакета 40 мм. Клиенты остались очень довольны качеством проделанной работы, исполненной в точные сроки. Компания Ideal Plast – это идеальное решение.